Помните, я говорил, что если прорвется видеозапись, то это закончится мой аккумулятор? Так вот, это произошло. Произошло еще и то, что он съел не только аккумулятор, но и закончилась карта памяти. Поменял то и другое. Насколько этого нам хватит, это мы поднимемся попозже наверх. Пока мы ходим здесь, в спортзале. На первом этаже спортзала вот это помещение. Оно выглядит как полуподвальное, на самом деле это так, забиты окна. Мы пройдем через него по коридору, тут где, видимо, были вот эти все окна, они забиты. Вот здесь, видимо, душевые или туалеты. Вот видно сам этот переход, где мы сейчас были с вами. Вот это туалетные комнаты. 8 класс, 8Б. Ловко, год не указан. Осторожно, двери открываются. Мы попали в спортзал. Спортзал. Фотографии, конечно, спортзала есть. Я выставлял. Не только мои. Фотографии находятся в группе «Алкослагерь». В других уже группах есть. В моих альбомах «Майл.ру». Не только я один это выкладываю. Вот спортзал. Но видео я еще не видел. Может, кто-то делал видео. Хорошо не обращать внимания на то, что тут все валяется, разбросано. Люди пользуются доступностью того, что можно окно открыть и засунуть мусор. В принципе, здесь было очень чисто. Все было убрато. Вот дата по списку. На лицо, наряд, госпиталь, санчасть. Это одно из воинской части, видимо, какой-то формуляр. Это мы в спортзале. В новом спортзале. Вот. Все, мы его оказали. Теперь можем идти на второй этаж этого спортзала. Но сейчас, если тут все убрать, весь мусор, можно заниматься. Там кое-где, правда, пару досок заменить. Но это на мой взгляд. Фонарь пока нигде не включал. Вот мы здесь были. Сейчас мы выйдем отсюда, поднимемся на второй этаж. Там тоже есть некоторые кабинеты, помещения. И на этом мы закончим сегодняшнюю видеоэкскурсию. Вот мы здесь зашли через коридор, соединяющий школу и спортзал. Здесь мы везде были. Мы поднимаемся по этой лестнице на второй этаж спортзала. Вот. Мы здесь поднялись. Вот лестничный пролет. Да, пока мы не закончили видеоматериал полностью, видеоролики, попрошу всех тех, кто просматривает мои работы, не обязательно комментировать, если вам сложно. Поставьте какую-нибудь оценку, неважно какую. Мне нужно знать, кто просматривает. В принципе, я всех вас знаю. Большинство из вас, всех я пригласил в группу лично. И мне не безразлично, кто ко мне заходит. Мои знакомые или тех, кого приглашал, или посторонние люди. Просмотров довольно много моих фото и видеоматериалов. А вот кто смотрит, я не знаю.
Мне это горче. Да, тут заболтался. Это торцевое помещение. Мы сейчас заглянем в окно, чтобы сориентироваться, где мы находимся в этом здании. Даже не могу понять, где мы сейчас. Да, уже понял. Вон туда, вниз туда, вот где прямо сейчас держу, там вы говорили, как же кого там, гараж, спускаться вниз, там идет уже параллельная улица. Фуксбергштрассе, туда прямо. Да. Как же мы называли, не помню, вылетело из головы. В правую сторону. Я сейчас засуну туда руку. Это там будет идти уже. Будет идти коридор, соединяющий школу и спортзал. Прямо город уже. С противоположной стороны там уже будет мост через все это. Надеюсь, вы поняли мое путанное объяснение. Вон впереди, впереди, присмотреться сквозь деревья, видно Николаевский рынок. Потихонечку уходим. Это я заболтался, что-то проплакался, уже не помню. Вот здесь мы поднялись с вами. Мы сейчас проскочим весь этот этаж. Второй. Вот это первая комната. Справа она от лестничной клетки, если подняться. Зашли через маленькую, большую комнату. Класс, видимо. Шкала электромагнитных колебаний. Вот у нас впереди. Что говорит, что здесь был все-таки класс учебный. Там что-то еще может быть есть. Нет, это светильники и все. Батареи еще никто не снял. Ну, первый признак сноса, это снимутся все. Батареи, унитазы, раковины, рамы вторые. Еще раз посмотрим. Выходим через большие двери, соседний кабинет. Вот он. Довольно широкий, довольно большой. Да. Вот мы сейчас выглянем с вами. Это вот вид на коридор, который соединяет школу и спортзал. Вон школа, парадная часть, а вот не очень парадная часть. Здесь жила косуля, не знаю, живет ли она сейчас или ушла, обидевшись, поскольку мы редко ее запечатляли на видео и фото. Вот весь второй этаж. Собственно, я считаю, что я сделал дело, которое хотел. Вот небольшое это фойе на втором этаже. Да, считаю себя свободным от всяких обязательств. Хотя, если какие-то будут пожелания, готов их выполнить. В пределах моих, конечно, сил и компетенции. Да, уходим отсюда. Светильники висят, но это каркасы. На самый верх, я думаю, нам нет нужды залазить туда. Вот туда лючок. Что уж там может быть? Там уж ничего хорошего там не будет. Уходим отсюда. Фонарь не пригодился сильно. Оказывается. Напоминаю, сегодня 5 мая 2011 года. Мы были с вами в школе номер 71 советских детей Хедеборг. Вот мы туда попали. Ох, извините, уже заблудился. Мы же здесь были, это был спортзал. На этом не выключались. Может, еще включимся сегодня. Что, скорее всего, мы и сделаем. Ну, пока выключаюсь. Вот это вот хлам этот лежит, это на немецком языке, это программы, это всякого рода рекламы.
Кто-то тут нас почтальоном бросил. Нам это не надо, и нам это не интересно. Если бы что было тут на русском, журнал, вот эту посещаемость, он было бы здорово. Или успеваемость, которую я уже положил в свою сумку. Дома посмотрим, если интерес он представляет для вас, мы его опубликуем. Выключаем на это. Потому что идти сейчас через темный подвал. Извините, тут переход. Вот мы сейчас тут и пойдем. Выключим наше видео. Выключаем.